В центре Ростова обрушился очередной объект культурного наследия. ЧП произошло на улице Шаумяна, 96. Здесь обвалился угол здания бывшего доходного дома Рувинского. И по иронии судьбы, в тот же день случился пожар. В доме, где в начале прошлого века жил известнейший русский физиолог Ивановский. Оба дома почти ровесники. Жилой 25-квартирный дом на улице Шаумяна имеет статус объекта культурного наследия и признан аварийным. Однако его до сих пор не расселили. Вопрос о расселении был поднят в прошлом году. Тогда же были запланированы компенсационные выплаты жильцам. Пострадавших в этом ЧП городского масштаба не было. Но при обрушении части кладки фасада на уровне второго и третьего этажей оказалась повреждена газовая труба. Прибывшие на место газовики ликвидировали утечку газа. Его подача в аварийный дом прекращена. Аккурат в тот же день и опять-таки в историческом центре Ростова случилось еще ЧП. На улице Социалистической в доме 87 загорелись домашние вещи в одной из квартир. Этот дом также относится к объектам культурного наследия и известен тем, что в нем в начале прошлого века проживал основоположник отечественной вирусологии Дмитрий Иосифович Ивановский. И этот дом сегодня находится в аварийном состоянии. С расселением жильцов и здесь никто не спешит. Ясности нет никакой. Вот и облюбовали, по словам жителей соседних домов, это место разный пестрый люд. И случилось то, что рано или поздно должно было случиться. Пожар, по счастью, особого ущерба зданию не нанес. Тушили пожар по повышенному рангу сложности, беспокоясь о соседних домах. Памятники сохранили память о случившемся с ними. Кто сохранит память о самих памятниках?